Всем привет! Меня зовут Наталья Соколова, и это кулинарная передача «Поготовим». Сегодня я буду готовить новое блюдо, которое называется ашуре. Это десерт, слегка жидкий десерт, он очень сладкий, питательный, и в него входит очень много ингредиентов. Сами по себе ингредиенты могут меняться в зависимости от ваших предпочтений. Ну что, приступим? Сейчас я возьму промытое пшено и отправлю его в кастрюлю. Что, мои дорогие, наше блюдо почти готово. Все ингредиенты, которые были на столе, мы нарезали, нашинковали, добавили в основные. Также мы добавили туда корицу и гвоздику. Сейчас мы будем перекладывать в красивое блюдо и украшать гранатом, грецким орехом цельным и молотым. А потом покажем вам и будем пробовать. Наш красивый, питательный, полезный десерт ашуре готов. Скоро мы его попробуем. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть на следующей передаче. А с вами была Наталья Соколова. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.